Всем привет от пациента палаты номер 7 Виктора Артема. Хочу выйти с предложением на законодательном уровне запретить критиковать представителей городской власти. А тем, кто говорит, что они ничего не делают, показывают ролик про Кириллова, заставляют учить наизусть статьи про Журавлева. Только так в городе будет порядок. Полный порядок. Говорите, что представители городской власти ничего не делают. Что за бред? Вы посмотрите, какой ролик про Кириллова смиксовали. Кириллов Александр Сергеевич, начальник юридического департамента областной организации «Право всех». А здесь царь. Если один человек построил, другой же всегда разобрать может. Мы завтра просто сюда привезем палатки, расставим прямо вот тут. Да проходи, мужик. Вы что, не хотите поставить палатку? Честно? Нет? Это уже моща. Все как есть. Лезет этот псевдоактивист везде. Настоящим людям жить не дают. То ему асфальт не нравится. Говорит, дорог нету в городе. Мы-то знаем, что они есть. А еще Кириллов говорит, что в городе нет ни одной клумбы на раз. Что даже нет клумбы на кольце исполкома. Но мы-то знаем, что она есть. Просто ее не видно. Саша, если деньги выделены, освоены, значит она есть. Так что правильно, что представители городской власти выводят этого Кириллова на чистую воду. Ну, не ту, что слава так оно. Говорите, ничего не делают, да? Да какие про себя комиксы каждую неделю выпускают? Вот прошлое. Сам начальник полиции, самому главному представителю городской власти медаль вручил за личный внесок боротьбі з преступністю. Привітавши колег з професійним святом, начальник Нікопольського відділу поліції зазначений, особистий внесок у зміцнення законності та правопорядку в регіоні нагородив відзнакою за службу державі очільника міста Андрія Тісака. Спросите, за що? А наперед. От і Кирилова роликом прижав. И с Журавлевым разберутся. И что задумал? Представители власти критиковали. Все ему Журавлеву не так. Бумажки пишет, изучает, перекладывает. Не угомонится никак. Вот и получи, Виталий. Пока не ролик, конечно, не дотянул. Но статьи в сети интернет. Статейки. Прям со знанием дела написано. Вот что пишут. Цитата дословно. А это, в свою очередь, означает, что у этих людей есть единые цели и задачи, которые к патриотизму никакого отношения не имеют. И судя по их идейным, и судя по их действиям, единственная их задача – всунуть свои пятаки в городской бюджет. Алчность берет вверх. Злейшие враги становятся друзьями, только заслышав звон монет. Классика. Ну, прям как зеркало перед собой поставили. Все в точку. Сразу видно мастера. И то, что на сайте там нет ни контактов, ни реального автора. Опять же, они есть. Просто их не видно. Зато видно уровень представителей власти в нелегкой борьбе с активистами. В городе-то все в порядке. Куда там Покров? Вот если бы еще эти активисты жить нормальным людям не мешали, не так уж их много, этих нормальных людей в городе. Десяток. Ну и закончу с тем, чем начал. Хочу выйти с предложением, чтобы на законодательном уровне запретить критиковать представителей городской власти. И чтобы ни в коем случае не говорили, что они ничего не делают.
тогда будет полный.